15 апреля планируется подвести итоги конкурса народных инициатив «Село, в котором я живу». 21 числа на заседании Ассоциации муниципальных образований, посвященном Дню местного самоуправления, будут названы 10 лучших проектов. Об этом написал в своем блоге глава Тувы Шалбан Караул. Настоятельно обращаю внимание на то, что руководители районов должны лично проконтролировать, чтобы предоставленные инициативы были действительно народными. То есть они должны быть одобрены на народных сходах. Нужно внимательно посмотреть их качество. Буду спрашивать, как формировались проекты, каково их содержание, накал конкурсности и в результате посмотрим состоятельность проектного офиса. Напомним, 2018 год в Туве объявлен годом развития малых сел. И среди муниципалитетов объявлен конкурс на лучшую народную инициативу. 10 лучших проектов получат гранты на сумму не менее 2 миллионов рублей. Одно из главных условий – максимальная вовлеченность в данную инициативу жителей села.